Кинотеатр «Искра» был построен 27 лет назад. И это было большой радостью для видновчан. В то время в прокат выходило большое количество художественных фильмов. А в городе только в Доме культуры можно было их увидеть. Когда моя молодость была, вот, тут люди стояли в очереди за билетами, потому что шли кинофильмы нормальные, с какой-то идеей. А сейчас что? Бах-бах. Я просто телевизор смотрю в основном. Там много хороших фильмов показывают и интересных передач. Как бы это исключает кинотеатр. Это мнение старшего поколения. Подрастающие думают по-другому. Им хочется быть непосредственными участниками событий, происходящих на экране. Новые форматы демонстрации фильмов дают такую возможность. В «Вегас» мы ходим, такой магазин называется «Вегас». И там есть кино, которое показывает 3D-очки, от которого одевают, и видно, что вот круг себя что-то видно. Да. Здорово? Да, здорово. Просто чудесно. Эти чудеса ребята хотят видеть и в своем родном городе, в кинотеатре «Искра». Вот когда получается, мы ходим с мамой вместе. Я одна не хожу. Как было бы замечательно, если бы здесь показывали 3D и 5D. В большом зале, если бы это было. Это просто есть вот в маленьких залах вот здесь. Это есть, но там оно тоже хорошее. А вот если бы было в большом, было бы очень интересно. Такие возможности показа фильмов есть во многих кинотеатрах столицы. Но согласитесь, отпустить ребенка одного или в компании в тот же «Вегас» как-то страшновато. А у родителей не всегда хватает времени на поездки. Ну, еще маленькая, только 7 лет. Она с папой ходит. Было бы очень удобно, если бы возможность была ходить в местный кинотеатр, в наш «Искру». Это спокойнее было бы, что говорить. В кинотеатре «Искра» постоянно демонстрируются фильмы, обновляются афиши. В фойе можно поиграть в бильярд. Не смотрим, потому что тут плохой формат, и тут фильмы уже старые крутят, новых не выходят. В «Вегасе» там уже сразу фильм новый показывают, а тут через неделю 3 или 4. Спрашивают очень новый формат фильмов, это 3D. Очень много. И звонят по телефону, и приходят. Игровые тоже аппараты. Игровые просят, спрашивают, где еще есть в городе. Этого тоже ничего нет. И, естественно, мультики. Мало мультфильмов для детей. Наш город разрастается очень интенсивно. Есть новые микрорайоны. А молодым людям, особенно детям, пойти особо в нашем городе некуда. Такое пожелание нашей администрации. Улучшить наш кинотеатр до состояния 3D. Хочется верить, что кинотеатр «Искра» когда-нибудь опять станет местом притяжения жителей всех возрастов. И премьеры новых художественных фильмов будут демонстрироваться именно у нас, в городе Видное. Людмила Медведева и я, Дамья, Наталья Буслаева, Видное ТВ.